и кладем ее вниз. До хвороста, конечно, дело не дошло. Здравствуйте, друзья и гости моего канала. С вами Элеонора, гид в Праге. В этом видео я хочу с вами поделиться способом растопки камина, который я подглядела, когда была на экскурсии в чешской кузнице. Кузнец сказал, что это наилучший способ, чтобы растопить горн. Я никогда не выбрасываю лотки из-под яиц. Они вот такие на 30, но можно и меньшего размера. Их надо хорошенько смять. Чтобы получилась такая штуковина. И кладем ее вниз. Со вторым лотком поступаем точно так же. А сверху кладем дрова. Я вообще их набрасываю в произвольном порядке. Я вот использую еще и такие палочки. До хвороста, конечно, дело не дошло. Эти ветки, это мы обрезали абрикос. Ну вот так я так плотненько набиваю и сейчас буду поджигать. Ну вот камин разгорелся, я уже закрыла отдушины. Вот они прикрыты. И уже тепло возле камина. Такой вот, в принципе, почти бесплатный способ. Если видео было вам полезно, буду рада лайку. Поделитесь им с вашими друзьями. Пишите в комментариях, как вы растапливаете камин. И всего вам наилучшего. До новых встреч. Всем пока. Ваше Высочество, вам тепло? Ваше Высочество, вам тепло? Скажите, пожалуйста, несколько слов зрителям. Ава, ну не мешай коту. Он сейчас обязательно что-нибудь скажет. Рыжик, тебе тепло? Вот кто больше всего ценит тепло от печки. Кот.